23 сентября. Решил сегодня дать еще подкормочки. Вытек чуть-чуть. Здесь обычный сироп, здесь, как у некоторых, называется ядрен компот. Вот уже осваивают. Вот. Сейчас. Осталось 9 ранок. Пять полных, две с расплодом, но одна так полумедная. Завтра посмотрим, что будет. Ну, ходит, не боится, не кусает ничего. Все. О, оживление. Походу матка, что ли. Чуть она вылезла. Яблок куча разных. Всем привет. Сегодня видео про то, как я пытаюсь из старых сот выплавить воск. Вот, значит, взял такую вот кастрюлю, накидал туда часть, вскипятил. Ну так, для пробы, остальное буду все на даче делать. Вот. Все дело вскипятил до однородной массы практически. Вот. И взял. На даче валялась соковарка старая. Накидал, воды налил, поставил. О как. И вот потихонечку сюда доливаю. Отсюда вливаем. Пальцем туда сунул. Горячий, но воск. Конечно, дома это не дело такие вещи делать. Парит, будь здоров. Да и электричество. Вот. И плюс в ванной. Все, что вот это уже два этих слилось. Еще. Центр. И вот такой у нас еще дрыхнет. Здесь остывает уже
Ну, уже блинчик такой плотный. Вода прохладная. Сейчас поглядим, что там. Ух ты, елки-палки. Ну ничего. Все равно это потом перекипячивать. Кипятить. Вот. То, что все равно воск не выскочил. Стерилизовать и еще раз через сито потом цедить. Вот. Довольно-таки так. А то мне по случаю досталось немного сот. Поехал. Люди купили дачу. При дачу с дачи досталось 10 ульев. Ульи все сгнили. Но порядка 250 рамок магазинных и стандартных досталось, как бы я у них забрал. Плюс много разных приспособлений, решетки для отсадки маток, мисочки. Вот, все это за 10 тысяч она мне отдала. Много там всего, плюс для рамок заготовок. И основное, старую, практически непользованную 4-рамочную поворотную медогонку. Еще советских времен. Вот. Ну, думаю, за 10 тысяч-то не так обидно. И здесь я говорю, тоже рамок, более-менее нормальные рамки для ловушек отобрал. Вот. Магазинные нормальные тоже отложил вместе с магазинами. Все забрал. Получилось 6 полных магазинов, 12 рамочных. Вот. Один 16 рамочный магазин. Остальные все на перетопку. Еще буду покупать воскотопку 6-рамочную. Больше не надо, как бы. В принципе, наверное. Там, может, и 12, может, все-таки приобрету. Вот, проволоки много досталось. Дедок был нормальный, так, отношение. Ох, парит. Вот. А здесь была полная кастрюля. Это 10-литровая кастрюля. Полную набил, утаптывал. Вообще, как бы, сушью. Битком была. Где-то мыши по... пожранное было, поэтому стерилизовать по-любому все это дело. Вот, но все равно воск, этот воск будем заказывать, наверное, через AliExpress. Формочки будем заказывать для свечей и будем свечки, наверное, лить к Новому году тоже, хоть что-то как-то, как что будет, потом покажу. Все. Всем пока. Советуйте, как там лучше, 6 или 12 рамочную. Да и прочее. Все. Всем спасибо. Пока. Подписывайтесь.